Выпускные ведомственных вузов всегда отличаются особой торжественностью и красотой. Молодые люди и девушки, выбравшие юность в сапогах, сегодня получили дипломы и офицерские погоны в самом сердце нашего города, в Рязанском Кремле. 279 человек пополнили ряды офицеров уголовно-исполнительной системы России. К этому моменту каждый из них шел долгих и одновременно мимолетных 5 лет. Строевые и марш-броски, наряды и сборы в загородном учебном центре в любую погоду, зной, дождь или мороз, мальчики и девочки в форме ФСИН выдержали все, что подготовила им Академия ради вот этой минуты, когда к ним на плечи опустились офицерские звездочки. Под жарким июльским небом сегодня они проходят строем в последний раз, выполняя традиционные для выпускников Академии ритуалы. Прощаются со знаменем, расписываются на денежных купюрах младшекурсников, тем самым передавая эстафетную палочку следующей смене. С особыми, ни с чем не сравнимыми эмоциями подкидывают вверх монеты в знак бескорыстия и на удачу. Не скрывают вчерашние курсанты улыбок на лицах. Долгожданный рубеж пройден. Теперь каждый отправится по месту службы. Но годы в Академии навсегда связали сокурсников. Понять это могут лишь те, кто прошел вместе огонь и воду. Этот момент мы ждали 5 лет. Как сами представлять, как мы можем ждать? Мы прям в предвкушении вот этого праздника, чтобы поскорее уже выпуститься, работать. И будем, конечно, скучать по своим друзьям, уже, с которыми в течение 5 лет бок о бок служили. Мы 5 лет вместо того, чтобы летом носить каблуки и платья, носили берцы и форму полевую. Не сложно было? Нет, мы совсем справлялись. Было тяжело одновременно, в то же время и радостно, что так получилось. На плечах погоны. Это большая ответственность, поэтому да. Вузов, которые готовят специалистов для уголовно-исправительной системы, в России 8. Но Академия ФСИН в Рязани по праву занимает среди них лидирующую позицию. Это из года в год подтверждают как выпускники-специалисты, востребованные в учреждениях по всей стране, так и сумасшедший конкурс при поступлении. У нас есть своя специфика. Вот даже, казалось бы, такая профессия, как бухгалтер, да? Она общая, да, профессия? И мы, было время, мы ее, так скажем, немножко сузили, количество выпускаемых этих бухгалтеров, о чем сейчас мы пожалели, потому что есть своя именно особенность, именно специфика нашей уголовно-исполнительной системы. То же самое есть профессии психолога. То есть вот те профессии, которые обычные вузы не выпускают именно для нас. Потому что работа в уголовно-исполнительной системе, это вообще особая работа, поймите правильно. Мы работаем, у нас очень тяжелая работа, очень, очень сложная психологическая работа, но мы работаем не с самым лучшим частью нашего населения. Поэтому, понимаете, должна быть специальная подготовка. Родственники плачут и обнимают счастливых выпускников. Каждый лейтенант – настоящая гордость для своей семьи. Торжественная церемония подошла к концу, но для молодых офицеров выпускной только начинается. Впереди сегодня еще немало традиций и ритуалов, которые им предстоит выполнить уже в неформальной обстановке.